Святами, з Новим роком, Різдвом Христовим, бажаємо щастя, здоров'я, всіх гараздів. Зараз ми трішки пограємо, бо шумів тут, якщо буде бажання, виходьте з нами танцювати, співати. Поїхали! Thank you.
Thank you.
Телефон чуть. We'll be right back.
Мы с ребятами не прощаемся, но тем не менее огромное спасибо вам. Вы разогрелись, вам весело, вам хорошо, потому что вы не представляете, насколько тяжело была сама мысль, что придумать для программистов, а? Ну вот как можно программистов вот, развлечь? И помимо викторин, помимо вот, черного ящика, помимо вот каких-то самых обычных и обыденных конкурсов, есть у меня один очень хороший, и я надеюсь, что он будет смешной. Но для этого конкурса мне надо три мужчины и три девушки. Трое мужчин и трое девчонок. Я сейчас... Есть у меня уже есть двое мужчин. Трое? Нет. Тут курение вредит вашему здоровью. Минздрав предупреждает. У меня есть один мужчина и одна девушка. Я сейчас позову Димаса, и тогда звук у вас будет выводить. А вот и Дима. Дима. Вы тоже будете участвовать. Ну как без вас? Как же без вас? Есть третья, и теперь еще две девчонки мне нужна. Елена Батьковна, вы не хотите к нам выйти? Нет? Две девушки. Две смелые девушки. Если бы были кэтс, я бы кэтс собрала, две девчонки. Я думаю, никто бы не отказался. Есть у меня замечательная Наташенька. Натали попала. Попала. И третья. Вы хотите? Девитесь. По гендерному признаку. Девитесь. По гендерному. Девушки в одну сторону, мальчики в другую сторону. Я думаю, все равно, в любом случае, вам будет интересно. Значит, этот конкурс называется «Угадай, кто?». Я подготовила некие аппликации. Да, некие аппликации. Простите, собственноручно, потому что... И простите, я не художник. В любом случае, вам нужно будет угадать, кем вы являетесь. Я даю один рисунок. И вы должны будете, вот допустим вы, как вас зовут? Лена. Леночка, я вам дам рисунок. Вы этот рисунок примерите на себя. Девчонки могут вам подсказывать только да или нет. Вы должны будете задавать сами себе вопросы. Я человек, я животное, я бабочка, я... Вы поняли, да? Аналогично. Ребята, вы пока поддерживаете и смеетесь. Потом придет к вам очередь. Вот, команда, которая выиграет, естественно, получает приз, а те, кто не выиграл, те получают утешительный приз. Кстати, тем, у кого есть желание сфотографироваться после нашей замечательной елки, после портретов, после, я не знаю, после барабана, за барабанами, у нас профессиональный фотограф. Пожалуйста, юзайте его. Юзайте, вам память будет, у вас новые аватарки появятся. А я был в государе, а я был возле елки, а я помогал официантам. Если мы обновим свои аватарки на время Нового года и Рождества вот напротив елки, представляете, у всей конторы, бум, такой конференц-холл, там 10 человек. Привет, да, я буду примерно сделать. После создается такой конф-кол с клиентом. В прошлый раз это было на черном фоне, ну, профессионально, спокойно. Профессионально. Вот, а сейчас бац, все уже елки. Просто создает вау-эффект. Я буду очень клиентом, скажу, я хочу работать с этой командой. Если она так динамична и так элегантна по времени и сезону, значит, они понимают скорость. Я могу продолжать вести конкурс. Итак, подходите сюда, подходите сюда. Ребята, нет, вы стойте, девочки, вы стойте. А вы идите к ребятам, да. Так, отдавайте рисунок. Отдавайте. Держите. Подержите, пожалуйста. Я покажу, как надо. Я же говорила, я не художник, я только учусь. Давайте покажем вон еще туда. Вот там ребята еще не видят, кого мы лицезреем сегодня. Лицезреем кого мы сегодня? Да. Никому нельзя рассказывать и подсказывать и вообще. А вы должны сейчас задавать сами вопросы ребятам. Кто? Я живой? О, да! Я политик? Нет. В редких случаях в жизни тоже.
Я зверь? Нет. Я мужчина? Да. Я забыла, что у вас есть 60 секунд. Давайте начнем. Костя, отсчитывай нам 60 секунд. И маякуй мне, когда стоп. Мы уже выяснили, что вы мужчина. Я прыгаю. Давайте, наверное, Димас будет второй у нас, да? Подойдите. Как зовут вас? Второй Димас. Это Михаил. И Михаил мне сейчас поможет. Немножко получилось. Здравствуйте, я Михаил. Я программист. Давайте об этом поговорим. Давайте об этом поговорим. Дима, это вам. Покажем, кто сегодня у нас Дима. Это моя жена? Нет! Что она делает со мной так близко? Это бухгалтер? Нет! Украинка? Да! Леся Украинка? Нет! Политик? Нет! Общественный деятель? Да! Певица? Да! Я подскажу, с маленьким мальчиком в последнее время ее видели. Это тот человек из моего близкого круга общения? Нет. Хотя бы знаю. Спасибо. Спасибо. Оценим. Живет в Киеве. Где последний раз на ТВ-программах увиделась? Я не смотрю телевизор. В Ютьюбе видели? Да. Ну, не смешно, там сидит. Ёлки, ну дайте какие-то варвары. Что у нас за время? Там же зеркал. Я подскажу, это символ, скажем так, украинской женственности поставить. Руслан. Следующая девушка. Вы мне поможете, да? Так, давайте, вот так. Угу. Я думаю, вы такая замечательная. Как зовут вас? Катя. Катюша, держите. Да, Катюша. А Катюша у нас сегодня. А Катюша у нас сегодня. Да, чтоб зеркало не видела себя на дверях. Я уже выкупила. Что туда можно подойти и посмотреть. Итак, а что это? Я живая. Сори, время. Время. Женщина. Нет. Мужчина. Не важно. Не важно. Но то есть это человек. Это человек, но не женщина, не мужчина.
человек, еще раз как зовут вас? Михаил. Держите. Михаил был у нас сегодня? Вот кто-то. Был у нас сегодня кто-то? Все выйдет? Нет, 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 там зеркало. Я выкуплю. Итак, погнали. Время. Я живой? Нет, не живой. Реально вещь, чистая, странная штука. Реально вещь. Ну, профессия. Реально вещь, существо. Нет. Нет. В том же, как и все. Вещь. Нет. Вы занятия есть? Нет. А я живот? Нет! Я достойна? Да! Я хочу это услышать! Я достал достойна? Как? Вот я кактус! Близко! Попробуй! Я позвал? Нет! Пальма? Выше? Нет! Пальма? Больше? Ниже! Дерево? Больше? Нет! Куст? Нет! Квинка? Да! Итак, у нас есть 2-2. Я думаю, сейчас я выберу по заковыристи. Наверное, это точно будет такая. Мне нужно перейти на Наташеньку. Наталочка. Вы у нас? Кто там? Замечательно. Очень приятно. Держите. Давайте покажем всем, кто вы. Давайте всем покажем. Классно мне, я ведущая, на всех фотографиях буду. Вы меня даже назовут на шоке. Круто! Понятно уже, да, в принципе? Отлично. Становитесь. Сюда ко мне. Минута. Поехали. Живое? Да. Человек? Нет. Животное? Да. Гепард? Нет. Жира? Да. Браво! Это было круто, у нас ничья. Еще раз аплодисменты, ребята. Кто-то мне поможет? Ага. Спасибо большое. Спасибо. Я сейчас подам. Мне говорили, что месяцем обладает суперсилами. Я только что это увидел. Наташа сказала, потому что мы вернемся отдельная тема. Сегодня просто было про дурака, что они там банки. Ну это суперсила, это суперсила. То есть, я понял, вы просто быстро учитесь. То есть вы послушали, да? Учиться и прогрессировать. Короче, каждый следующий шаг был просто гораздо лучше. Молодчались, супер. Отпрактиковали. Так, нам нужен ведущий. Потому что я сейчас буду опять про мотивацию. Как тут все настроение у всех? Да. Такой формат подходит, то, по крайней мере, пару раз в год можно закатывать, да? Да.
Сейчас я хочу произвести такой мозговой штурм. Дело в том, что мне немножко не хватило времени, поэтому, если честно, я просто из головы вышла. Поэтому я буду вот за компьютером читать, задавать вопросы. Я думаю, что все прекрасно знают и помнят игру «Что, где, когда». Да, придется немножко поднапрячься, но опять-таки мы немного ограничены во времени, поэтому если мы не решаем вопрос, мы идем к следующему и так далее, и так далее. Играем коллективно, каждый за столом. Каждый за столом советуется тихонько, подсказывает друг другу, находит какую-то мысль. Задаю вопрос, дается минута на принятие какого-то решения. Каждый попробуйте сейчас, выберите для себя капитана команды за столом. И капитан будет решать, кто ответит. То есть, ну, все как в «Что, где, когда», только быстрее, интереснее и в нашем коллективе.